одну парочку. Что учился? Ну да. Нет, там просто с контейнерами проблема. Оплатить не хочется, придется ждать, блядь. И ночь тихоря, блядь. А получается, что тебя начитаешь. Ну давай. Берешь на новую почту, несешь в мешки. Ой-ой-ой. Вот так. Пойдет.
прицеплю два груза. На тренинг это вот. Не на портаж. А, ты маленький второй. Попробуй. Только резко не кидай. Да. И не один груз. Да, понятно. Протягивай. Как гантелі. Вот, а ты шо? Это совсем другая история. Вот тебе, дядя. Два груза прицепила и сразу пошла движуха. Понял? Да нет, два груза это вообще крутяк. Она типа звенит как яйцами, она цепляется, смотри. А давай-то вот. Херня. Ты не возьмешь себе видео, короче. Да нету денег. На видео? Да нет, тяжелый груз это совсем другая история. Правильно, я тебе сказал. Ты ехал при такой погоде? Да ты шо? Я сколько, 40, да? Да. А, сейчас 40. Вот 40 и переставит. Вот по 40 и перебавка. Только тебе надо не 40, тебе надо 30-35. 35. Вот для твоей палки можно. Это как на Жигули поставить типа движок. Да, да. От Мерседеса, блядь, да. Нормать будет. Нет, движок уедет, а каркас останется. Ты сидишь, он чует. Есть куда уйти, блин. Еще и пирс кривой, блин. Базовый луфа. Увидел опять? Да, 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 это же дало. Базовый луфарь. Я теперь понимаю, что вы на сороковку так фестивалите, блядь. Ну да.